из вида, не теряя главной цели. Суровой правде мы глядим в лицо. Никита оказался пустомелий, историей вертевший колесо. Он ездил по Советскому Союзу, дешевой популярности искал, за место хлеба сеял кукурузу, людей советских в космос запускал. Он допускал опасные зазнайства, и вопреки усилиям ЦК разваливал колхозное хозяйство и проглядел талант Пастернака. Конечно, он сердечной теплотою врагов народа начал выпускать, но водку нашу сделал дорогою и на троих заставил распивать. А сам народной водки выпил много, Петровну к светской жизни приучал. Он в Индии дивился на йога, по ассамблеям каблуком стучал. Он в Африке прокладывал каналы, чтобы египтянам было где пахать. Потом его беспечность доконала, и он поехал в Сочи отдыхать. А в это время со своих постелей вставали члены пленума ЦК. Они с капустой пирогов хотели, была готова к выдаче мука. Никита крепко осерчал на пленум, с обидой Микояну крикнул: «Блядь!», жалея, что не дал под зад коленом не пропетровцам растуды их мать. Кернувшись за наличной столичной, Никита в сквере кормит голубей и к парторганизации первичной зятек его приписан от жебей.